Добрый день, уважаемые коллеги. Я с самого начала поблагодарю моих помощников, ассистентов, которых сегодня аж четверо, вместе со мной, правда. Это и Алексей Дьяков, и Сошников Олег, ну и Татьяна Новикова. Или Татьяна Новикова, Сошников Олег и Дьяков Алексей. Они много помогают, и им, как бы, как говорят на иностранном языке, большой респект и мое персональное уважение. Я думаю, и вы им благодарны, потому что они наводят порядок. Значит, я сегодня хочу обратить ваше внимание на то, как наш вебинар называется. Организационно-правовые вопросы и ответы. То есть есть определенные нюансы, о которых я сегодня отдельно хочу поговорить и обратить ваше внимание. Очень много вопросов, и мне достаточно трудно сегодня отселектировать, значит, ну, скажем так, давайте делать это спонтанно, и время покажет. Я постараюсь сегодня ответить на вопросы, которые поступили, они все конструктивные, спасибо тем, кто задают вопросы. Люди действительно, ну, как бы, радеют за это дело, и им интересно, и важно знать, как дальше планировать свою деятельность, как людям объяснять и так далее. В чате в нашем, мы его сейчас переименовали или уже переименуем, я сейчас не помню. Сейчас вы поймете, почему. Значит, тоже задаются вопросы. И мы сейчас находимся в достаточно интересном периоде, и об этом тоже поговорим. Давайте сделаем так. Вот сейчас мне пришла, видите, вот начинаешь общаться с умными людьми, сразу я не себя имею в виду. Значит, у меня сразу пришло понимание, как сегодня построить нашу встречу. Достаточно вопросов. Я сейчас с чата постараюсь, может быть, не сильно обращать внимание, вы уж меня извините. В первую очередь отвечу на вопросы, которые поступили через интернет-пространство, через форму, которую Алексей Дьяков предложил, и мы ею пользуемся. Но до этого я пройдусь и дам вам основную информацию, чтобы вы понимали, что у нас впереди. То есть это все время утрясается и становится как можно, ну, скажем, во-первых, я сам разбираюсь в этом, и поэтому имею право вам доложить, как я это дело понимаю. То, что я вам докладываю сегодня и доношу до вас, это, скажем, мое видение и трансформированное в информацию, которая здесь передается на основании тех допусков, которые даны на совещании в Минске, которое прошло вот буквально недавно. Итак, смотрите, дорогие друзья, значит, первая заставка, я даже еще не начинаю с вопросов. Очень важно понимать, что такое адресные проекты, не будем больше с ними разбираться. Это епархия, и это полностью вся работа, все компетенции принадлежат GTI и ЗАО «Струнные технологии». Они создают систему подготовки, инженерно-технического обеспечения, строительства и эксплуатации по адресным проектам. Мы, Skyway Capital, мы создаем систему предпроектной проработки и готовим эффективные пилотные проекты по мере наших возможностей и возможностей вот этих двух компаний основных. Акционеры и инвесторы не делают этого. Запрет на это. Потому что я уже говорил, что, скажем так, чаша терпения генерального конструктора и автора технологий переполнилась по тому, что произошло в Италии, когда, значит, к счастью, это не инвесторы и не, скажем, акционеры, или, скорее всего, акционеры Skyway, но не инвесторы Capital, через Capital, там преподнесли, может быть, их подставили, я не знаю. Идет достаточно такая, ну, как бы, игра. Порой не знаешь, когда тебе задают вопросы и куда тебя вообще хотят привести. То есть я приведу сейчас два интересных примера. Поэтому, может быть, там и некого особо винить, просто было так подано, как кому-то интересно. Понимаете? Вот, там говорились очень странные вещи,
по той информации, которая пришла к генеральному конструктору и то, что мы слышали. И полностью дискредитирована была система, транспортная система по технологии Skyway. И было сделано заключение в министерстве этого региона, в котором кто-то там полез презентовать. Это чуть-чуть, какая-то ошибка, могут спокойно воспользоваться политические силы, бог знает еще какие конкуренты и так далее, и так далее. Конкретно проект, не буду называть где, в Европе, был всячески, значит, попросили выступить, попросили передать информацию. ЗАО «Струнные технологии» сделала расчетик, показала, значит, потому что там коротенькая идея была, как начать пилотный проект. Запросили, мэр города поддержал, что выяснилось. Он подал на совете, значит, старейшин этого города, то есть на городском совете, подал информацию лишь только для того, чтобы подтолкнуть проект по трамвайному транспорту. Сказал, что смотрите, хорошая технология, но она еще сыренькая, вот поэтому нам самое время построить трамвай. Трамвайщики спохватились, поняли, что да, им уже дышат в затылок, быстро нашли свои возможности, и проект трамвайный пошел дальше. То есть, видите, на нашем горбу въехали в рай. То есть вот и такие вещи возможны. Поэтому все, адресными проектами занимаются те, чья это непосредственная работа и необходимость. Мы по мере возможности только помогаем. Акционеры, инвесторы не делают этого, запрет на это. Да, это не значит, что Иванов, Петров или уважаемая кто-то Сидорова могут как бы презентовать. Не надо лезть ни в какие государственные структуры, ни в какие официальные структуры. Мы не являемся представителями, которые могут презентовать технологию таким образом, что давайте делать проект. Нет. Можно, да, можно говорить, можно идти и говорить там, что есть хорошая технология, но говорить то, что есть на официальном сайте. Я не устану повторять это. Не выдумывайте ничего. Небольшая информация, что мы достигли, что есть, взяли из интернета, с головной компании, с сайта Skyway Capital, повторяю, с сайта Skyway Capital, с сайта головной компании. И этим можно и нужно пользоваться. Не придумывать, ничего не добавлять. Если вы презентуете просто возможности, как, ну, скажем, как волонтер, возможности Skyway. Другое дело, когда вы говорите с возможными инвесторами, это совсем другое. Но с инвесторами надо говорить. И если вы видите, что это очень крупный инвестор, очень крупный, выше 100 тысяч там, долларов и так далее, то тогда надо обращаться за помощью, если вы считаете это необходимым. Потому что я очень много, просто вот очень много в определенный период, 2016-2017 и половина 2018 года, просто когда меня просили, я приезжал, это касается Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, приезжал просто крупным инвесторам, презентовал то, что я понимал, как я понимал, потому что очень много вопросов было организационно-правовых, докладывал, и люди, скажем так, я могу сказать, что результат был неплохой. По крайней мере, 20-30% из тех, кому было презентовано, они проинвестировали. Люди были довольны. По крайней мере, те люди, которые их, ну, как бы приглашали, являлись инициаторами. Поэтому и в завершение здесь этого слайда. Мы держим фокус на инвестиции и компетенции в этой сфере. Мы с вами вместе, дорогие друзья. Договорились. Идем дальше. Теперь ответы на вопросы и непонятности. Вот, это мы уже, второй пункт, третьего не возникло. К этому мы сейчас придем к вопросам. Я пройдусь по слайдам. Значит, смотрите. Сейчас очень важно понимать, где мы находимся и куда мы идем. Еще раз. Очень простой слайд. Потому что меня просили, что... Вы инженер, не придумывайте сложных слайдов. Значит, я теперь стараюсь исправиться и обещаю вам, что я исправлюсь. Вот, буду очень простые слайды давать. Вот мы не делаем сложной системы. Первый этап – это экотехнопарк, сертификация технологий Skyway. 15 этапов. Первый этап или первая стадия, первая фаза. 15 этапов. Здесь вот они.
они переходят в новые технологические проекты SkyWay. Что это значит? Это значит, что в период, пока это идет, видите, это идет у нас еще, но уже возник целый ряд проектов, которые не были в бизнес-плане ни в 2013, ни в 2014, ни в 2015. Они стали возникать в конце 2016, 2017 и много пришло в 2018 году. Что это за проекты? В первую очередь не было Юнибайка, не было Юникара, не было мостов, которые вот только что вы сейчас видели, не было супер или гиперскоростной линии. Мы не говорили о тропическом варианте высокоскоростной трассы. Вы знаете, почему она возникла? Она возникла, с одной стороны, не от хорошей жизни, а с другой стороны, она нам на пользу, потому что планировалось в бизнес-плане, если вы посмотрите, я ошибусь, я думаю, там, может быть, на десяток миллионов, если я скажу, что по бизнес-плану предполагалось около от 80 до 110 миллионов всего 232-миллионного инвестиционного объема бизнес-плана, предполагалось на проектирование, строительство и сертификацию высокоскоростной трассы. Мы до этого еще дошли, спроектировали, но в Белоруссии это стало невозможным. Поэтому приходится переходить, и мы переходим на планирование, проектировку высокоскоростной трассы в тропическом исполнении, но это уже другие расценки. Это почти в 2-2,5 раза дороже. Понимаете? Это к слову о том и к тем вопросам, когда вы задаете и говорите, как так? Вот были, вот 15-й этап уже, вот он уже виден тут за углом, значит, это самое. Как мы не собрали, почему этого нету и так далее. Я потом буду отвечать на вопросы, еще прокомментирую. Я обращаю здесь только ваше внимание на это, чтобы вы акцептировали или в фокусе держали эту вещь, что здесь сейчас возникает очень много интересных вариантов, которые являются дополнением технологий. Потому что акции залоговые документы, доли или акции, они есть. Не случайно введено было, потом еще я там буду отвечать на вопрос, я скажу, почему или прокомментирую, зачем нужно было еще Eurasian Rail Sky Systems Holding 3 создавать с достаточно большим объемом резервных залоговых акций. Вот именно для этого, чтобы идти дальше. Новый технологический проект. Ведь вопрос в том, что даже я так понимаю, это я так понимаю, что даже если мы или когда мы придем, вот мы все говорим, будет, не будет технология строительства эко-домов. Будет ли она наша или нет? Будем ли мы с этого получать какой-то доход или нет? Вы понимаете, дело в том, что до сих пор это делалось на частные средства и не за счет инвестиционных средств, потому что этого в бизнес-плане не было. Но вопрос в том, что я не исключаю, что вот этот переходный период с первой фазы во вторую, он приведет нас, желаем мы того или нет, к тому, что эти технологии, они же ведь только находятся на стадии, предпроектной проработки. Теперь предположим, кто-то заказывает или кому-то нужно делать проект на строительство линейного города или линейного поселения, неважно что, по технологии застройки экозастройки, о которой Анатолий Эдуардович говорит. Что это значит? Это значит, что нужно профинансировать это все. И ни один инвестор со стороны не будет это делать. Мы имеем резерв, и мы решим, мы вместе, или нам будет предложено, вернее так, что будем это финансировать, доработку и выведение этого продукта на рынок. Это абсолютно разные вещи. Разработать, ведь Юницкий до 2013 или 2014 года прорабатывал и подготовил только базу технологического решения. Само выведение на рынок началось в 2014 году, и этим занимаемся мы сейчас все вместе. Ровно так будет и с любой другой технологией, о которой мы будем говорить. Поэтому возникает, и мы входим во вторую фазу нашего развития проектов SkyWay, которая без технологии, транспортной технологии, не имеет смысла. Это уже совсем другой бизнес будет.
И поэтому, а дальше, пардон, здесь должна быть тройка, так, я забыл одну палочку сюда поставить, считайте, что здесь третья фаза, это будущее, когда мы, сделав и выйдя, запустив весь проект, получая уже дивиденды и так далее, будем готовы крупным, мы этого не сделаем без мощного сообщества. Здесь нужно создать, чтобы сюда перейти, то здесь нам, скажем так, мы являемся, как бы я не уважал всех нас вместе со мной взятыми, спасибо, кто дорисовал там, Олег, или кто-то там это сделал. Вот, значит, мы осилим лишь только тогда, когда мы привлечем в миллион раз больше людей. Вот тогда мы только сможем перейти к общепланетарному транспортному средству. Понимаете? Это не так просто. Кто-то думает, сидит, о, сейчас мы тут немножко поковырялись, запустили 2-3 линии, и сейчас мы срочно начнем. Это нет. Это колоссально организационная, колоссальная международная планетарная работа. Над этим тоже сейчас работают. Анатолий Эдуардович чуть-чуть приоткрыл эту сферу, и у меня просто вот волосы дыбом встали, хотя их тут немного, но все, и те, которые уже давно покинули этот аэродром или этот плацдарм, они даже встрепенулись где-то, понимаете? Потому что колоссальнейшая работа, и об этом мы будем говорить. И о чем это сказала? В первую очередь мне это сказало то, что, дорогие друзья, вы правильно думаете, создавая фонды, которые вот-вот-вот начнут работать. И поэтому наша работа здесь, вот в переходном периоде, с первой фазы на вторую, еще и правильно запустить работу фонда, сконцентрировав на инвестициях, на участие, именно в инвестициях развития новых технологий и выхода, вот поддержку сюда, то есть ассоциировать надо будет во всемирный экомир, и идти дальше, поддерживая, создавая там вместе критическую массу, которая будет определяющей. Потому что все это страшно непросто и не является сейчас темой сегодняшнего разговора. Поэтому, дорогие друзья, смотрите. Значит, это мы уже с вами рассматриваем. У нас сейчас есть два центра сертификации. Первый это, естественно, базовый. Это Марина Горка струнных технологий, ЗАО струнных технологий ведет там основную работу. И инновационный центр SkyWay в Шардже, SkyWay Green Tech, который есть и будет работать дальше. Строительство ведется здесь. И вот мы, я не буду повторять, это мы уже проходили. 2019-2021 год. Завершение основных сертификаций, основных, которые, чтобы не тормозили, проекты. Строительство адресных проектов. Развитие технологий SkyWay, о котором мы говорим, выход на ICO и IPO, создание транспортной сети Transnet. Но теперь смотрите, красная стрелка здесь, да? Переходим дальше. Что это значит? Это значит, смотрите, в первую очередь это все то же самое, но развитие технологий. Вот блокчейн-платформы SkyWay. Вот что необходимо. И инициация ICO или других возможных инструментов, но и выход на IPO, естественно, создание этого. И важно то, что до сих пор была первая фаза, дальше мы идем, переход на вторую фазу, это легальное и динамичное финансирование проектов через блокчейн платформы SkyWay. Блокчейн платформу надо еще вывести. Многие сидят и думают, о, сейчас было объявлено, сейчас токены живые появятся, и мы поехали. Я лично могу вам сказать так, что я не вижу жесткой необходимости и возможности даже, чисто такой, ну как бы правовой возможности, прямо выйти сразу на международный рынок. Мы будем отрабатывать это какое-то время, скорее всего, будем отрабатывать внутри, в закрытом пространстве SkyWay, сообщества, эту платформу. И поэтому никто никуда не опоздает. То, что были выпущены токены, о них было написано, да, я вас уверяю, что в ближайшее время идет, а разрабатывается основательная платформа, о которой мы узнаем, и белый лист будет вот в ближайшее время, в ближайшие 1,5-2 месяца. Поэтому, а это должно быть легально и динамично финансировано, потому что до сих пор наше финансирование не динамичное, хотя оно достаточно для того, чтобы осуществлять вот эту первую фазу и готовиться ко второй.
Ввод новых проектов развития технологий SkyWay. Об этом я коротко говорю. Создание системы отбора и обслуживания проектов. Это все непростые вопросы. Потому что мы сразу все равно, даже если у нас за дверью стояло бы еще в два раза больше проектов, то мы их не осилили бы. Они все равно должны стоять как бы в определенной очередности. Это так, как, ну понимаете, вот костюмов к портному. Портных трое. Троим портным принесли 35 заказов. Все красивые, хорошие костюмы. Они физически не успеют. Они не успеют передать это кому-то в аутсорсинг, кому-то еще там другим партнерам, понимаете? Это все надо готовить, потому что мы не костюмы шьем. Значительно сложнее система. И поэтому здесь надо быть очень осторожным. Поэтому сегодня мы вместе под эгидой GTI, SkyWay Capital и Всемирный фонд Экопланета, будем создавать фонд кооперации инвесторов SkyWay. А этим сообществом в 2018, 2019, 2020, 2021 году будем готовы влиться в общую как бы работу. И это значит, что куда-то я потерял. Сейчас, одну минуточку. Куда я потерял? Куда-то потерялась у нас тут стрелка. Никак мне ее не вывести. Сейчас я посмотрю, куда я там потерял. Водил и забыл. Нет. Ладно. Значит, смотрите, как бы мне ее найти тут, господи. Никак. Ага, нашел. Вытащил, спряталась. Значит, смотрите, совершенствование организации правовой базы для проектных технологий. Ясно. Создание привлекательной модели маркетинга, дорогие друзья. Это в ответ тем, и к маленький комментарий к тому, что я сегодня уже в чате писал, что создается модель, которая будет настроена. Я, ну, скажем так, достаточно сильно уверен, что мы найдем эту модель, как работать с блокчейн-платформой SkyWay, SkyWay Capital, как влиться в этот поток и как с ним работать. Варианты есть. Варианты есть, могу вам вас точно уверить. Выход на рынки инвестиций с новыми продуктами, это все вместе. Укрепление инвестиционного процесса и его стабилизация. Потому что до сих пор и идти дальше во вторую фазу мы не можем, когда у нас нестабильный инвестиционный поток. Его надо стабилизировать, поможет это сделать платформа блокчейн, с которой будет осуществляться и ее возможности значительно шире. Потому что если вы посмотрите базовую информацию, которая была дана, когда начинался процесс, скажем так, презентации возможностей токенизации и создания платформы блокчейн, да, SkyWay, там широкий спектр вопросов, о которых вообще никогда не говорилось раньше. Это и солнечная энергия, это и... о гумусе говорилось, начали говорить в определенном берегу и так далее, и так далее. Через платформу это будет делаться, и мы там сможем участвовать. Поэтому как бы в большое море SkyWay, воды SkyWay, потом я покажу картинку, в принципе, нет, картинку не покажу, она мне не удалась здесь, вот, вливается много потоков, которые несут. И кто участвует сейчас вот в создании основной технологии, к тем будет приезжать ежегодно определенная выгода в виде рыбки, в виде долларов из этого большого общего моря. То есть те, кто участвовали в общих технологиях, неважно где, начиная с экотехнопарка или еще где-то там дальше, вот здесь в новых технологиях, они будут получать. Все остальные адресные проекты, это рукава или это так называемый вливающийся в основной поток средства, за счет которых будет создаваться вот эта основная база, с которой будем получать дивиденды и выгоды. Поэтому, кто участвует сейчас, участвует в распределении и получении выгод от всех технологий, которые были проинвестированы человеком, неважно там в токены, неважно там в эти самые, через токены или через акции, вот, а будут участвовать.
Те, кто будут участвовать в адресных или конкретных проектах, те будут получать и оттуда, и с той доли, которая у них останется, или которая у них есть, и будет из основной технологии. Это два основных или два источника. А разница их, есть вопрос, я потом вам расскажу. Значит, еще прокомментирую. Вот, и это очень важно здесь, это уже несущественно. И теперь к вопросу еще, я перехожу уже плавно сейчас к ответу на вопросы. Смотрите, самым основным, я повторюсь, самым основным документом, который показывает, чтобы не возникало никаких колебаний. Я акционер, не акционер, есть ли у меня доли или нет, когда я их получу и так далее. Все зарегистрировано. Понимаете? Основным документом является у вас выдержка из регистра доли или акций. Я это считаю регистр акций Eurasian Rail Scavi Systems Holding. Я сделал свою личную за период там, в 2016 году, когда еще только один Eurasian Rail Scavi Systems Holding был. Это какой-то фрагмент в виде, значит, тут есть количество регистраций моих, скажем, пакетов. И есть общее количество же. Это факт, что это существует в реестре, подписан президентом группы компаний Skyway Group, который участвует в договоре Анатолием Эдуардовичем и Анатолием Юницким. Поставлена соответствующая печать. Все, и к этому больше не возвращаемся. Сейчас возвращаемся обратно к вопросу. Значит, смотрите. Прежде чем, иначе я уже пойду дальше, прежде чем я пойду дальше, к тем остальным вопросам, я хочу еще обратить, возникла или вспыхнула там небольшая дискуссия, по поводу, не дискуссия, а обмен мнениями, скажем так, по отношению к вебинарам. Там Суходоев, там Маслов, Петров, Сидоров, кто-то там ведет, кому-то там что-то нравится, кому-то не нравится. Ну, друзья, одному нравится Стас Михайлов, другому нравится, как поет Борис, Боря Моисеев. И ничего страшного. И тот, и другой поет, один даже пританцовывает, и все нормально. Точно так же и с вебинаром. Поэтому, вы знаете, тут это не надо воспринимать как выход с лезгинкой или какое-то стриптиз-шоу. Прошу прощения за такое похабное сравнение, значит, так. Но это надо воспринимать как источник, из которого я, кто ты сидишь там по ту сторону экрана, воспринимаешь или воспринимаете определенный поток информации. Анализируете его и понимаете, принимаете или не принимаете. Все. Я это делаю не для того, чтобы кому-то, и Алексей Суходоев, и кто-то еще, мы делаем не для того, чтобы кому-то понравиться, а чтобы выполнить свою задачу, передать информацию, поддержать систему, как я уже говорил, систему иммунную для людей, которым нужна поддержка. В понимании, в передаче, то есть где мы находимся, куда мы идем, с кем мы идем, как мы идем и так далее. То есть это для тех, кто живет этим проектом. Вот, пожалуйста, это так и воспринимайте. Значит, теперь, и вот по поводу вебинара. Значит, оно нужно нам в инвестиционном процессе проекта «Экотехнопарк» была одна система вебинаров, их было очень много, то есть вот таким широким веером и спектром. Как вы помните, это 2016 разгон шел полным, массовым. Я посмотрел, сколько вебинаров там есть. У меня, я вообще это самое удивился, что я столько могу говорить. Значит, в процессе подготовки уже мы перешли далее. В процессе подготовки участия в инвестициях в адресные проекты. Мы взяли направление на то, что мы тут очень сильно начали все заниматься адресными проектами. Это была одна стадия. Сейчас мы перешли и переходим в период кооперации инвесторов и обслуживания акционеров. То есть этот процесс будет идти сам собой, им за него отвечает головная компания. Мы только будем давать комментарии здесь по поводу адресных проектов. Да? Вот, по поводу пилотных проектов, которые нам доведется вывести на общую дорогу Global Transport Investment и ЗАО «Струнные технологии», будем комментарии тоже давать и очень скудную информацию. Понимаете? И будем больше дальше вести вопросы кооперации инвесторов. Это к вопросу о работе фондов. Потому что нам нужно создавать мощное
сообщество, критическую массу людей, которые поддерживают ЭКОМИР. По разным причинам, одна из них, наша чисто выгода или наш интерес вывести технологию, которая является экологичной, и другое, вывести массу проектов, которые будут вводиться через нашу платформу блокчейн, платформу именно SkyWave. А не обслуживать кого-то там, не бегать кому-то там, понимаете? Ну, поимейте терпение. Вот в чем вопрос. Все остальные начинают точно по той же схеме, но мы знаем, куда 99% приходит. 98% или 99% приходит. Приходит в тупик. К сожалению, это так. Такова статистика мировая. Поэтому я завершаю четвертый пункт и перехожу к первому, тем, что наш формат вебинара будет меняться. Мы будем менять наш чат, и будет целый ряд таких как бы реорганизационных вопросов. И дальше мы будем смотреть, когда мы четко поймем, значит, как мы дальше идем. Пока это еще не четкое понимание, зависит от тех целевых установок и фокуса, которые мы возьмем в дальнейшей работе, будет объявлено, как мы будем. Скорее всего, мне сегодня видится, я выхожу с предложением, что один раз в месяц будет организационно-правовой вебинар, один раз в месяц. И будут в определенной последовательности два раза в месяц по фонду и по фондовым вопросам, по созданию вот так называемой поддержки всемирной, значит, или планетарного фонда ЭКОМИР, который создает головная компания. Это идея Анатолия Эдуардовича, и сейчас нас поддерживает и арабский мир, и арабский партнер. Потому что они понимают, что без этого мы дальше не пойдем. Дальше будет очень тяжело идти дальше вот с этого места. Вот отсюда дальше будет очень тяжело выходить. Да и это будет очень тяжело дальше развивать, не создав то, о чем я говорю. Итак, я сейчас пробегусь, когда примерно... Ага. Ну все, я сейчас посмотрел ваши вопросы. Значит, что дисконт, что будет до конца. Да, там был такой вопрос, говорили. Но вы же знаете, что до 14 этапа это тоже очень, очень основательно. Так, наработки, так. Я сейчас быстро, извините, я быстро пробегусь. Посмотрю, что коррелирует с тем, о чем я буду говорить. Ну, а вы знаете, дело в том, что я вот все-таки, Лера, отвечу, значит, что говорили же, дисконт 600 будет до конца 15 этапа. Да, говорили, но вы знаете, дело в том, что, значит, было сказано, что до конца, и там не совсем так было. Сейчас принято решение, ведь много что не говорили, но делают, поэтому ничего страшного. Это за это, об этом значительно раньше объявляется, и поэтому есть возможность здесь сейчас это учесть. Ничего страшного здесь нет, что, скажем так, с 14 этапа, по всей вероятности, эта вероятность очень высокая, уже не будет этой возможности. Есть люди, которые спрашивают, а что это вообще такое? Объясните. Значит, я не беру сейчас это объяснять, потому что, ну, не это место, где сейчас это объяснять. Задайте вопрос в чате, в личном чате, тем, кто участвовали в 2015 году, 2015, друзья, в декабре месяце, когда объявлялся вот этот пакет лояльности. Ты поддерживаешь проект, проект дает тебе шикарную возможность из года в год участвовать в этом. И многие этим воспользовались, ну и, как говорится, честь им и хвала. Причем, исходя из этого, будут и обратные возможности, дорогие друзья. Потому что, смотрите, я тут сказал, что у нас будут варианты, значит, вот, я остановлюсь немножко на обеспечении ограниченного обратного выкупа.
Значит, да, об этом было подтверждено еще и при нашей встрече, что есть сейчас варианты, будут предложения, будут разрабатываться. Ну, как бы они разработаны уже, идеи есть, как это делать. Вот, будет несколько вариантов, будет как бы несколько блоков возможностей обратного выкупа. Причем они будут синхронизированы и, скорее всего, возможны с того момента, когда будет запущена блокчейн, как мы и предполагали с вами, кстати, запущена блокчейн-платформа Skyway. Тогда не будет этого эффекта, что кто-то где-то строит какую-то пирамиду, и это вполне юридически, в правовом смысле обосновано будет и возможно. То есть без особых разборок это можно делать будет. Вот. И есть возможность участия в очень больших проектах. Таким образом, что при покупке пакета сертификат можно указывать категорию акций. Зачем? Нет другой категории Фирсова Маргарита. У регистродержателя четко указано регистр Б. Нет, не путайте Божий дар с яичницей. Я прошу прощения, значит. Можно ли приобрести акции класса А, если... Нет, дорогие друзья, мы не приобретаем акции ни А, ни Б класса. Мы получаем залог. Еще раз повторяю для тех, кто прослушал или перепутал. Значит, что мы получаем залог наших инвестиций, под наши инвестиции, под наши, даже не инвестиции, она сначала является кредитованием. Я буду сейчас отвечать там на вопросы и буду давать пояснения. Получаем акции Евразия, Real Skyway Systems Holding. Один получали два. Там исчерпан запас акций 50% минус одна акция. Там каждой из компаний надо оставлять 50% плюс одна акция. Это те акции, которые будут выводиться на IPO. И сейчас создан специально Евразия Rail Skyway Systems Holding 3, где мы сейчас работаем с количеством, объемом акций, или компания работает с этим объемом акций, 50% минус одна акция для обеспечения кредитования, которое потом при определенной процедуре переходит в инвестицию. Когда кликаете, когда пакет завершен, вы кликаете и говорите, да, я беру залог себе. Тогда это является вашей инвестицией, но внутри компании инвестиции, а не инвестиции в понимании международной инвестиции в открытые акции, в открытый доступ. Понимаете, да? Вы являетесь инвесторами, я являюсь инвестором именно на ту долю, которую я как бы оплатил. Вот. Но внутри компании и по отношению к компании, то есть в закрытом клубе, в закрытом кругу, да, можно сказать, даже в каком-то смысле в закрытом клубе компаний. Вот. И поэтому есть тут такой нюанс. Те, кто не подписали этот договор, не приняли в свою, у них нет вот такого реестра, у них этот пакет не является там в реестре, и они являются кредиторами, которые могут потребовать сумму, которую мы проинвестировали через определенное время, в течение 3 лет после завершения 15-го этапа, закрытия, именно не закрытия, а принятия в эксплуатацию проекта, на который был бизнес-план объявлен, вот, в течение 3 лет могут как бы получить обратный плюс там, до 4%, скажем, такой, ну, дохода, или интересами они называются, той сумме, которую проинвестировали, и все. Так, Ольга, нужен достаточно, чтобы... Так, ладно, теперь перехожу к вопросу, ответу на вопросы, потому что иначе мы тут с вами сейчас зависнем. Все. Планирует ли Skyway создавать свой собственный банк, куда инвесторы компании могли бы без опасения выводить и хранить свои наличности? Хороший вопрос. Идея, главное, хорошая. Значит, кто задавал этот вопрос, я так думаю, что это имеет смысл. Ведь смотрите, в какой-то степени это нужно будет, но на соответствующем этапе. Создать свой банк не так просто. Вот, некая, какую-то роль будет играть уже сама платформа. Ведь смотрите, токены могут быть рассмотрены или крипторешения, назовем это так. Я не буду говорить валюта или еще что. Какое-то крипторешение на основе токена может быть, это же сейчас существующие
масса крипторешений, они, скажем, есть так называемая замена банков, которые, ну, совсем отстали со своими технологиями и тормозят по всему миру. Я сегодня скажу вам, что я сегодня это испытал на себе. У нас просто вот, значит, нет предела уже тем формализму, который сейчас банки делают. Это какой-то дурдом. Например, у нас есть с партнером фирма, с эстонским партнером с одним, которая когда-то 15 лет назад развивала одну недвижимость. Там есть целый ряд участков, которым подведена вода, подведено электричество. Они находятся в 85 километрах от Таллина. Но у нас просто ни времени, ни у него, ни у меня нет пока там дальше как бы вот их развивать. Они так вот как ресурс определенный стоят. И было у этой компании, которая владеет этим, свой счет в банке. Счет абсолютно, потому что там все адреса как бы изменились. Взяли банк, взял и закрыл. И теперь, значит, это самое, нам понадобилось заплатить за землю, а платить не с чего. У нас, оказывается, счета нет. И вот мы сегодня полтора часа сидели, отвечали на дурацкие вопросы банка, оформляли массу, вот такую кипу бумаг, чтобы восстановить, на мгновение восстановить счет, открыть новый счет, перевести те средства, которые там уже висели долгое время, на этот новый счет, и дальше начинать свои операции делать. То есть банки совершенно деградировали. Я там сидел и думал, Господи, когда настанет ваш конец? Но он у нас в какое-то определенное время настанет. Поэтому отвечаю на вопрос, но слишком длинный. На предыдущем вебинаре в чатах неоднократно упоминалось о грядущей смене дисконта. Что это значит? Кому он и почему еще действует? Кому он и почему он, ну кому он принадлежал, и кому он был предложен, и почему это еще действует? Но он действует. Значит, если вы проспали, тот, кто задает вопрос, или, извините, пришли, когда этого не было, то вот есть так, как есть. Это был пакет, скажем, лояльности, его так называли. Это был декабрь месяц 2015 года. Вот две или три недели там, по-моему, это было. Потом начал дисконт уменьшиваться из января 2000, да, или с какого-то там числа, по-моему, декабря 2015 года он прекратил свое существование предложений. Те, кто тогда вошли, те вошли. Понимаете, да? То есть это был пакет. Это немного. Я сейчас не берусь говорить, это где-то порядка там осталось где-то чуть сотен, в сотнях. Не буду сейчас спекулировать, потому что точно не знаю, но достаточно немного уже людей, которые этим пользуются. Но это такое и есть. Но я извиняюсь, я могу тем, кто не знают, сказать, что были на этапе, когда риски были большие, очень большие, временные, технологические, разные. В 2014 году были, дисконт был 1:1, даже 2,5. По-моему, самый большой дисконт был, по-моему, 1:3500. Понимаете, да? Вот. И это вопрос, ответ на вопрос, что, значит, а как так, что вот мы уже почти вот только подходим к 14 этапу, а уже создали еще и третью компанию Eurasian Rail Scavi Systems Holding для того, чтобы залоговые акции были. Да, потому что мы не дофинансируем, а приходится, значит, все акции выдавать в залог, значит, и чтобы обеспечить процесс инвестирования и так далее. С прошлого выпуска токена уже прошло, с прошлого выпуска, вы знаете, токенов еще не выпускали, их обозначили. Уже прошло 3 месяца, больше прошло. Уже готовится следующий. Никакого следующего. Делается все для того, чтобы правильно оформить выпуск тех токенов и внутренний выпуск. На международную биржу мы еще не выходим, и на всемирный доступ мы не выходим. Будет внутренний доступ по каким-то определенным правилам. Скорее всего, совсем в ближайшее время мы будем с этим работать. Что-то мы уже как бы знаем. Мы готовим сейчас предложение, которое на базе вот этого белой бумаги, какая она будет вот в ближайшее время. Вот. И для вас тоже она будет выведена для всех, но уже с возможностями, как мы сможем этим всем пользоваться. Поэтому потерпите 1,5-2 месяца, могу сказать так. Я себе поставил такое время.
Ну, время покажет. Почему не меняют этапы развития группы компаний Skyway? Там, ну, не этапы меняют, скорее всего, они меняют, значит, информацию. Там как и стояло число акций, да. Дело в том, что, ну, это так было в начале. По ходу и мировая практика показывает, что не следует это обновлять. Это делается в ходе процесса, и в интернете этого, ну, не имеет смысла менять. Мы просто знаем текущую информацию, и она более правильная, нежели сидеть и все время менять там в интернете. Тем более, что это очень дорогое удовольствие, чтобы меморандум снова запустить в интернете. Как долго действует договор займов Skyway Capital? Я вам объяснил. Тут есть два нюанса. Значит, что первый договор займа, он является займом до того момента, когда завершен процесс инвестирования, завершен пакет, оплата своей инвестиции или своего кредита по условиям пакета. И у вас есть выбор, принять его или не принять. Посмотрите, когда вы это делаете, там на информацию, она там все вам распишет. Да? Вот. Когда вы принимаете, то тогда это вот столько и занимает, действует договор. После этого выполняется и фактически при сценарии, что вы принимаете, себе берете тот залог, договор завершается именно тогда, когда вы получаете вот такую, значит, выписку этого самого, сейчас я пройду, вот такую выписку, одну строчку там или две строчки вот вашей сертификата. Или в реестр, выписку из реестра, извиняюсь, какую-то строчку. Да, сейчас этот процесс затягивается, потому что по 2 месяца передается. Это непростой процесс учета, он становится все сложнее и сложнее, объемней, и поэтому это не так просто все, да. И поэтому это немножко занимает времени. Что если бы я сейчас показал вам свою запись, я буквально вот 2 или 3 недели назад завершил пакет один, он у меня там вышел в ожидании, что он оформлен, и он завершится, договор, поэтому я сказал, что да, я согласен, я беру залог себе, вот, и я 2 месяца буду ждать. И вот когда будет эта выписка, тогда фактически договор завершается, потому что Skyway Capital, который является и агентом, с одной стороны агент, когда Skyway Capital говорит, предлагает пакет, и с другой стороны он является гарантом или же посредником от GTI, это в договоре все обозначено, если вы посмотрите договор, который есть доступ у вас, так, по какому конкретному одному из пакетов, вот, он является посредником, и он обеспечивает вывод, он получил от GTI такую полномочию, вывод ваших, значит, залоговых акций в реестр. И вот это, с этого момента завершается его функция, когда он передал. И он следит за тем, что это было выведено. Понятно, да? И есть второй нюанс, дорогие друзья, как долго действует договор займа. Если человек не подписывает, то есть инвестицию он сделал, не подписывает договор, у него остается висеть этот договор. То, опять-таки, посмотрите, пожалуйста, по договору там все. Извиняюсь, эта инвестиция как кредит, его кредит. То завершается тогда, когда он возьмет и объявит, что я хочу получить обратно. Но такая возможность у него появится не ранее, как через 3 года после того, когда проект экотехнопарка, и вот первый проект, он будет обозначен, что принят в эксплуатацию. Вот, 3 года после этого. Но это не значит, что человек теряет возможность в любой момент в течение этого времени прийти и подписать, подпись поставить, сказать, да, надоело мне ждать тех крох, которые я получу потом, я вижу, что да, действительно, дело стоящее, или я недопонимал чего-то там, или проспал. Есть возможность этот подписать и провести это все в реестр компании и все. То есть завершить. И тогда опять договор займа завершается. Понятно, да? И теперь, дорогие друзья, я перехожу еще, у меня тут на бумаге есть шпаргалка. Владимир, объясните, пожалуйста, на какие разработки нужны 1,5–2 миллиарда долларов проекту? Вот на различные разработки, я об этом уже коротко говорил сегодня, да?
Это различные разработки, которые будут вот здесь вот переходный период. В первую очередь это высокоскоростная, да, я вам говорил, помните, что по бизнес-плану нужно было там, по-моему, от 80 до 110 миллионов, доля была в полутора, в 2 миллиардах 320 тысячах инвестиций по бизнес-плану. Там доля высокоскоростной, которая строилась бы в Беларуси, была от 80 до 110, по-моему, миллионов. Примерно такой порядок. Вот. То сейчас это нужно в 2 раза больше. Понятно, да? Это раз. Теперь гиперскоростная. На нее тоже есть заказ. Причем, насколько я понимаю, этот заказ именно не откуда-то, а от того, кто готов за это заплатить. Потому что уже нагрелся у уважаемого господина, значит, Маска, поверив в это дело, а видит, что вообще-то надо было обращаться к господину Юницкому. Вот, и поэтому этот проект тоже сейчас ставится. Но, скажем так, если мы или когда мы идем с таким проектом, то будет возможность, и это будет предложено уже на блокчейн площадке, такая возможность. И это будет новая возможность. Для этого тоже нужны деньги. И вот так мы потихонечку будем выходить, и мы выйдем к тому, что вот чтобы сюда прийти, да, вот завершить вторую фазу, нам нужно где-то 1,5–2 миллиарда. Закончить 15 этапов, принять в эксплуатацию это все, эту часть проекта и идти дальше. С блокчейн-платформы развивать ее, это что же наш бизнес, понимаете? Ведь, пардон, у нас же появляется преимущественное право получить те токены, обменять, продать через токены акций. Там целый ряд возможностей будет, понимаете? Это тоже и через платформу будет финансирован. Это не значит, что мы будем ходить так, как мы и ходили с протянутой рукой до сих пор. Ну, я условно говорю, мы не ходили с протянутой рукой. Вот, поэтому... Мы как в этапах развития такой информации нет. И она не менялась с 2016 года. Ну вот это есть, да. Мы, как я понимаю, финансируем строительство экотехнопарка, да, правильно, состоящую из 15 этапов. И суммой для этих нужд было, ну тут 232 миллиарда, миллиона долларов на 60 миллиардов акций. Почему количество акций стало больше и сумма возросла и на что? Ну вот я уже говорил, почему стало больше. Там не все было понятно с выходом на IPO, потому что юристы, которые помогали выходить на, значит, стартовать проекту, они даже и не продумали тогда варианта, что, пардон, не с нашими акциями, а с свободными акциями компания будет выходить на международную биржу, на IPO. Понятно, да? То есть, как на IPO выходят? Выходят компании со свободными акциями, а мы, кто мы владеем этими акциями, 180 дней. В зависимости от того, на какую биржу мы выходим. От 90 до 180 дней сидим и смотрим, что там происходит. Ага, вышли. Как всегда, это правило, выходит по номинальной стоимости акций. Вот все свободные акции туда выставили. Это по 50% плюс одна акция от Евразия Нарелская Холдинг 1, 2 и 3. Мы сидим, смотрим, акции побежали вверх. О, мы уже стали богаче. Но мы стали богаче, мы сидим, мы ничего не... Только идет, мы можем прикупить свободные акции еще, но нам-то не интересно, у нас тут вон свои есть, да, когда цена пошла вверх. Ага, заметили, опа, упала опять ниже доллара. Ага, я на 10 этапе или на 15 этапе чуть дороже, она упала еще ниже, быстро прикупил акции. Опять и вдруг она полезла, полезла, пошла, 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 пошла. И на 180, и у нас появляется возможность на 181 день или же предложить свои акции, или купить оттуда, прикупить еще. Но предложить мы сможем только на 181 день. И я ошибаюсь, что я, может быть даже и так, что есть биржа и есть условия, когда мы не сможем, являясь акционерами, мы не сможем не купить, не продать. Там будут свои правила. То есть вот такие вот возможности, дорогие друзья, это надо понимать. Теперь следующий вопрос. Значит,
Владимир Иванович, поясните, какие выгоды несет обмен акций на токены и выгоды владения токенами? Обмена акций на токены, выгоды владения токенами. Ну, вы знаете, какие я вижу здесь выгоды. Значит, обмен акций на токены. Особой выгоды нет. Есть только операционная возможность, на мой взгляд. В начале, по крайней мере. Значит, ведь что такое токены? Как я уже говорил, там я сравнивал это, значит, ну ладно, не буду вспоминать это. Значит, токен — это инструмент, который дает возможность играть на курсе. На курсе. То есть я приобрел, по идее, по одному, а это было вчера, а вот сегодня уже по 5. Или вчера было по 3, сегодня по 5, но больше. Понятно, да? Вот. И все, дивидендов токены не дают. Но, может быть, будут выпущены такие токены. Или будет некий такой, как бы, размещение, которое позволит, значит, токенам, токенов обменивать, или за токеном будут стоять какие-то акции, которые будут давать определенный дивиденд. Как правило, токен не дает такой возможности получать дивиденды. Но при определенном подготовке может и можно будет сделать. Акции всегда дают в этом плане право на дивиденды. Самое главное, чтобы проект был, значит, ликвидный и продуцировал бы доход, который обеспечивал бы суммы выплат для выплаты дивидендов. Вот какая основная разница. Причем с акциями я могу прикупить, я смогу участвовать в каких-то адресных проектах, но и с токенами прямо там можно будет участвовать тоже. Так что тут разницы, если это будет предусмотрено в каком-то адресном проекте, а в первом, втором или 21-м. Будет возможность, скажем, приобрести акции за токены. Все зависит от того, какой курс будет этих токенов или какой-то единицы, которой будет такая возможность дана. Поэтому прямо сказать, такая, ну, небольшая разница есть. Выгоднее, конечно, иметь акции. Акции вы всегда обменяете на токены, скорее всего. Поэтому, как говорила моя бабушка, что яички надо держать как минимум в двух корзинках. Вот, рассчитывайте. Это расчет, дорогие друзья. Я немножко буду держать одних, ну и все остальное в акции. Потому что с токеном, да, ну ладно, не буду сейчас больше философствовать. В чем разница участия в РСВ, Skyway Capital и SWIG? Значит, дело в том, что SWIG, он раньше был Skyway Invest Group, теперь он должен называться SV Invest Group. Так и было сказано, по крайней мере, да? Вот, потому что он занялся проектами, которые напрямую не связаны с технологией Skyway. И что это за проект Crypto Unit от Skyway? Ну, посмотрите, я не знаю, что это там у них такое. Я этим не сильно интересуюсь. Это юнит, который призывает инвестировать куда-то там в другие направления. Не знаю на что, я не знакомился с этим. Кого не спрошу, толком никто ответить не может. А что спрашивать, да, уважаемый Николай? Значит, зайдите, прочитайте, там все должно быть написано, если вам это интересно. Я еще раз вам говорю, смотрите, наша задача, дорогие друзья, на чем концентрироваться? Вот, акционеры не делают этого, запрет. Фокус наш на инвестиции и компетенции в этой сфере. То, что вы выясните, что там делается, да, это будет повышение ваших компетенций. Поэтому потрудитесь это сделать и будете сами знать. А так вот, ну что я вам могу сказать? Я там компетенции свои не повышаю, я занимаюсь тут скайвеевским проектом напрямую. Значит, где получите, поскольку на ваши... Да, в чем разница? Так. И что за проект? Так. Расскажите поподробнее об этом и ссылку на ваши вебинары, где получить. Ну вот там уже было это сделано, человек получил. Значит, дальше. Значит, Владимир Яковлевич, Маркович, значит, правильный. Пожалуйста, зачем нужно участвовать со своими долями в адресном проекте? Что мне это даст, если мои доли акций и так участвуют в технологии Skyway? Ну, об этом я уже говорил, Татьяна, что вы участвуете, это вы будете получать из большого моря или озера накоплений со всех проектов, да, рыбу. Вам просто привезут эту рыбу. А когда вы участвуете в конкретном адресном проекте,
значит, или чем-то туда инвестируете, токенами, акциями, то вы будете получать с этих акций и там, и плюс эти акции будут у вас участвовать здесь, если вы их не продадите туда, и не продадите или не обменяете на токены, и тем самым реализуете их. А просто заложите, такие возможности тоже, вероятно, будут, по крайней мере, они применяются, и вы сможете и там получить определенные выгоды из проекта, если он будет выгодный, и не промахнетесь. Вот. И, естественно, еще и вам привезут доллары с основного дохода через GTI и через Евразин Rails KV Systems Holding, когда они будут выплачивать дивиденды. Значит, буду получать дивиденды. Где применять технологии так? Об этом говорили на многих вебинарах ваши видения. Думаю, лучше участвовать деньгами, когда будет двойной доход. Ну, почти что так, я вам объяснил. При закрытии всех 15 дабов будет ли обратный выкуп доли по номиналу? Нет. Такого, по крайней мере, пока таких планов нету. Вот, хотя кто его знает, если вдруг появится крупный инвестор, потому что по другим правилам будут выкупы, я так думаю, что я бы предложил, а я об этом уже говорил, значит, что я бы предложил, чтобы в первую очередь было бы, скажем там, выкуп у тех, кого прижало, значит, какая-то доля там по каким-то условиям в расчете с конкретного этапа и так далее, вот, в какой-то сумме, вот. А выкуп такого выкупа не будет, потому что такой выкуп будет тогда, когда на биржу выйдет. Вот тогда будет или доллар, или выше. А выкупать обратно на рынке. Но я не исключаю варианта, что нет свободных акций, и вдруг или нельзя больше реализовать, и свободные акции надо сохранить, нету больше залоговых акций, или же выгоднее их пустить по обычному проекту. А есть инвестор, который хочет приобрести очень большую инвестицию сделать, и выгодней тогда предложить, значит, что вот давайте купим. Но я так думаю, что ни один бизнесмен не будет, если инвестор готов платить по одному доллару, то он в любом случае скупать будет по меньшей сумме. Поэтому здесь so-so. Я думаю, что нет. Правильно, не буду философствовать, правильно сказать вам, ответить, что нет. Вот, по номиналу. Ну вот, значит, компания выкупила акции в очень малом количестве. Да, там был еще такой вопрос на чате, что компания выкупала частично акции в очень малом количестве, и это была такая пробный шар перед тем, как выйти и выпустить вот именно блокчейн-платформу. Перед этим или в процессе этого сейчас готовятся еще небольшие выкупы с различными условиями, не буду спекулировать и не имею права это делать. В прошлом году, вот большая тема была, что в прошлом году, в 2018, предполагалось, что за 2018 год, в 2019 будут дивиденды по бизнес-плану. Но я даже говорил сумму этих дивидендов на вебинарах, и это все правильно, но я повторял, это по бизнес-плану. Мы от бизнес-плана отстаем в одном смысле, и в другом смысле мы его опережаем. То есть у нас бизнес-план по ходу изменяется, дополняется, развивается. И поэтому реальность строительства трасс в полном объеме, она сдвигается, и я бы сегодня сказал так, она сдвигается на 2 года. Но это не значит, что компания, например, рассчитав и завершив в середине этого года отчет по 2018 году, может быть, решить там, я не знаю, там, по какой-то, потому что сумма серьезная на выплату дивидендов, но ее негде взять. Откуда ее взять, если разве что устроить пирамиду, собрать большую сумму и выплатить дивиденды, понимаете? То есть доходы, источники доходов, они достаточно, ну, скажем так, такие, что серьезные дивиденды пока с них выплачивать невозможно. По крайней мере, нет таких источников. Хотя все течет, все меняется под луной. Поэтому поживем, увидим. Поэтому, что касается вот конкретного вопроса,
Да, планировалось в 2017 году завершить, но мы сейчас находимся в 2019 году и еще 15 этап не завершен. Поэтому дивиденды, ну, сами понимаете, да? Ну вот, и все, дорогие друзья. И время уже завершается. Я сейчас посмотрю, что за вопросы здесь. А что кто-то собирается помирать на даже в 9... Нервы слабые, ждите, время летит. Конечно, Руслан, очень правильно, нечего там, ничего страшного, все будет свое время. Я не устану повторять, что чуть попозже, но будет. Литвинова Галина, Андрей, если построить одну грузовую, так, хорошо, не буду вашей дискуссии учитывать. Важно, не обязательно выплаты дивидендов, хорошо, ваш обмен. Владимир, как идет развитие проекта Юнимобиль? Что с сертификацией? Есть ли заказы? Да, и не предполагалось заказов, уважаемый Сережкин Олег. Кто вам говорил, что заказы будут? Это же тоже проект, которому сделали так называемый опытный образец. А запустить этот проект нужны деньги. Вот оно где. Это мы говорим вот из этой сферы, дорогие друзья. То же самое, тот же самый вариант, что я вам про экодомы говорил, электротехнологию строительства экодомов. Ведь и в малых количествах гумус выпускается. Ну а если завтра кто-то закажет, что дайте нам, скажем так, полпустыни заполните, деньги нужны, чтобы это в промышленном, не в опытном, даже не в опытном, а в промышленном производстве подготовить и выпустить, выходить на рынок. Это все непросто, дорогие друзья. Поэтому с экомобилем не забивайте себе голову. Это не наш бизнес. Пока. Да, правильно, Руслан. Там строился нулевой километр. Примерно так было. Можно так ответить. Вы обещали рассказать о дальнейшей возможности обратного выкупа. Елена, ну я же вам сказал, возможности будут. Я не говорил, что о деталях буду говорить. Возможность будет в ближайшее время для определенной группы инвесторов. Причем будет учтено, что как раз там говорили, что скорее всего, я так думаю, что если те, кто уже устали ждать, а возраст 60 с плюсом или плюс 60 и больше, или плюс 70, вот, тем будет предложено какие-то определенные предложения сделаны. Я бы так сделал, по крайней мере. Ну а еще раз повторяю, это будет уточнено после того, как только будет запущена платформа. Платформа будет, скажем так, белый лист и ее запуск как бы подготовлен, я думаю, это займет еще 1,5-2 месяца как минимум. Вот. Потому что и нам надо еще готовиться там, так? Мы это первые. Конечно. Значит, так, отменят пакеты с дисконтом или нет? Ну, было уже сказано, Марина, что отменят. Вероятность 95%, что так будет. Будет информация в личных кабинетах. Да, будет в личных кабинетах, поэтому давайте не педалировать эту тему. Суходой вчера конкретно сказал, что будет отменен. Да, значит, Суходой лучше знает. Я бы так критично и говорил, но ну, будет, скорее всего, отменен. Потому что так было сказано. Так что да, спешите. Да, правильно, Руслан. Да, вы о чем? Одна цена. Да. Почему нигде нет информации? Столько всего у нас акций, сколько уже. Ну как нету? Выкуплено, значит, посмотрите, вебинары мои, там есть расчет. Вы это можете, если не поленитесь, можете посмотреть по своим сертификатам, которые у вас были. Или вы можете его заказать, получите, там на нем будет написано, сколько у компании акций. У Евразия Railscale System Holding. Холдинг 2 и холдинг 3. Но на моих вебинарах было, я сейчас не буду повторять, я уже немножко приустал и поднимать не буду. Поговорите, много у нас в чате умных людей, они могут вам помочь это просчитать. Продать, не приобрести акции при выборе, выходе на рынок. Как это, по какому правилу некоторые не смогут ни продать, ни приобрести? Мария, уважаемая, потому что на биржу. Еще раз повторяю, слушайте внимательно. На биржу выводятся свободные акции вначале. Понимаете? Это называется доступ или вывод свободных акций. А мы,
являемся акционерами, и в зависимости от того, как биржа отреагирует, как она сработает, сможем с 181 дня, это большинство, скажем, 90, там, я не знаю, но я могу так сказать, 90% бирж, серьезных бирж так это делают. Вот и все. Посмотрите, правила бирж есть, как они действуют. Привилегии. Дело в том, что я вас уверяю, что у нас есть одна привилегия. Смотрите, мы, наша компания, головная компания готовит и выводит в использование или запускает платформу, блокчейн-платформу. У нее будут токены. Эти токены связаны с акциями. Поэтому, значит, кого приспичит, не надо ждать выхода на биржу. Понимаете? Можно через токены разменять акции и так далее. На определенном этапе эти правила мы прочитаем в белом листе, и они будут постоянно дополняться. В особенности все проявится и будет абсолютно прозрачно, абсолютно понятно к моменту, когда эта платформа будет выведена в международный, на международный уровень. Вот и все. Поэтому здесь не надо не волноваться, ничего. Какая разница между членами RSV Systems и Capital? Никакой. Никакой разницы. Кабинеты разные только. А где они у них на акции? У них нет такой акции, что у них на акции А. Это, значит, ведь смотрите, я вам просто хочу сказать, что они просто используют это. Ведь компания Евразия Rails KV Systems Holding. Это компания, которая имеет только один вид акций. И там его можно показывать, что это А-акция, но практически в правовом смысле не имеет смысла, потому что Б-акций там нет. Понимаете, зачем А говорить? И вот когда будет вдруг, например, будет введена Б-акция, тогда будет и А, и Б. Понимаете? Может быть что-то. Эти все варианты возможны. Сейчас пока только одного типа акций. И тогда не говорится, они Б или А или С. Они, может быть, С акциями будут, понимаете? Еще две каких-то категории акций ведут, а эти наши акции станут супер привилегированными внутри компании. Все. И они будут С акциями. И тогда они будут какими-то одними из, и тогда им придадется статус С, например, или Б. Понятно, да? Возможно, и будет два раза в год, только этого года дождаться надо. Так, да. Руслан, я понимаю, за 4 года не было озвучено, что цена разная, понимаете? Ну, важно. Так, давайте я посмотрю, что тут еще есть серьезное. Дальше, если кому-то я что-то серьезно не ответил, посылайте вопросы. Посылай, Лена, как это Юнимобиль, Экодом и прочее, не наш. Ну как, не, конечно, не ваш бизнес, уважаемая Лена. Бизнеса-то еще нету. Я вам говорю о том, что этот бизнес надо запустить. То, что я придумал, это еще не является бизнесом. Придумал Юницкий Юнимобиль, придумал инженер, который является руководителем. Вместе они там придумали, инвалид один придумал. Понимаете? Вот и все. Это надо вывести, тогда это будет нашим продуктом. Разница есть. Не путайте Божий дар с яичницей. В 60 лет люди хотят жить хорошо, не меньше, чем... Конечно, конечно, все правильно. И в 70, и даже в 72 года, я вас уверяю, владеющие простыми акциями Skyway имеют право голоса на общем... Да нет таких акционеров. Любовь, чего вы выдумываете? Таким акционером является Юницкий. Он владеет простыми акциями Global Transport Investment. Global Transport Investment все привилегированные акции вложил в компании Евразия Rails KV Systems Holding 1, Holding 2 и Holding 3. Все привилегированные. Причем довыпустил из простых акций в привилегированное еще определенное количество, если вы следите за вебинарами. Может быть такое, что компания выйдет на IPO, со стоимостью акций на IPO нет, Юрий. Всегда это железное правило. На IPO компании выходят стоимость акций по номинальной стоимости. В нашем случае это 1 доллар.
Вот и все. Не буду сейчас запутывать ваши мозги, там есть разные еще варианты, но, как правило, это так. Литвинова, значит, Галина, мало что написано. Я могу что угодно написать, но в рамках правил. Это могут быть и доли, могут быть акции. Понимаете? Я это называю акциями. Хотя, значит, когда надо, я это называю долями. Здесь я не хочу крутить, понимаете? Потому что в международном понимании это и доли могут быть, и акции. Я об этом уже говорил на прошлых вебинарах. И это не суть. Важно, посмотрите, что там написано на английском языке, и вы поймете. Вот еще раз вам покажу. Смотрите. Пардон. История. Что здесь написано? Share Register of Eurasian Railway Systems Holding Ltd. Вот и переводите, как вы хотите. Share – это и доля, share – и акция. Вот и все. Так, дорогие друзья, я вас благодарю за внимание. Вопросы, которые я не ответил или вас не удовлетворили, задавайте их корректно. Я готов на них ответить. Значит, желаю вам хорошей весны, солнечного настроения. Тем, кто находится в поясах, где время изменилось, пережить один месяц адаптации. Тем, а Россия умная, не меняет больше времени. Мой поклон всем тем, кто умные. Вот. И самое главное, берегите себя, будьте здоровы, берегите своих близких от них. Ведь взаимоотношения – это очень важно. Будьте терпеливы. И мудрости всем нам вместе взято. Строй скавей, спасай планету, и мы, наверное,